Добрый день, с вами Лара Шум, и мы продолжаем рассматривать состояния, в которых мы сливаем свою энергию. Мы затронули вопрос о бегстве от самих себя. В одной из передач была тема ответственности, то есть бегство от ответственности. Если такое состояние продолжается долго, то со временем человек усваивает менталитет жертвы и даже не пытается что-либо изменить. Шестой выпуск. Менталитет жертвы. Менталитет жертвы – это то, что не просто сливает нашу жизнь, это разрушает нас изнутри и снаружи, губит в полном смысле этого слова. У всех у нас есть, по сути, два варианта поведения. Либо мы соглашаемся с тем, что являемся жертвами этого мира, обстоятельств, рока, судьбы, либо принимаем решение, что мы и есть мир. Об этом еще писал британский философ, писатель и лектор Алан Уоттс. Когда мы осознаем, что абсолютно все, что нас окружает, наши отношения, дома, деньги, одежда и прочее, является отражением нашего внутреннего мира, то можем уже управлять своей жизнью. Если же жизнь человека представляет собой полный хаос, он несчастен в браке, занимается низкооплачиваемой работой, которой недоволен, то проблема исключительно внутри него. Что-то срабатывает внутри, что так проявляется снаружи. Необходимо сбалансировать то, что дало сбой, осознать, принять и исправить. Отсутствие баланса – это отсутствие не только достаточного контроля над собой, но и понимания сложившихся обстоятельств. В итоге человек упрямо повторяет одни и те же шаблоны мышления и поведения, при этом он даже не осознает, почему так поступает. Выход. Превратить бессознательное в сознательное. Открыть скрытые аспекты нашего разума. Открыть доступ к сокровищнице подсознания. Только так можно освободиться от запечатанных на уровне мышления и памяти подсознания. Памяти клеток деструкций, а в итоге исцелиться навсегда. Итак, внимательно посмотрите на свою жизнь и четко определите, чем вы уже сыты по горло. Найдите то, что разрушает вас. Я сыта по горло чем? И пора избавиться от этого. От чего? Не знаете, как это сделать? Под этим видео есть ссылка на сессии работы с подсознанием, которые помогут найти решение и открыть путь. Ссылка на парапсихолога Наталью Мурареску и также на Инстаграм. Вы можете написать ей и договориться о сессии работы с подсознанием. С вами была Лара Шум. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и рассказывайте своим друзьям, если вам эта информация полезна. Хорошего вам дня!